атакует, она просто здесь. Дальше, поэтому, когда я двигаюсь, рука должна быть чуть выше. Да, ну, потому что иначе, ну, как моя цель партнер, а не его рука. Да, отсюда я могу быть ёмким. Да. Могу быть самым. Или, ну, еще на какое-то действие. Я пытаюсь завладеть его рукой. Да, в этом смысле. И, конечно же, ну, в идеале для меня, прыгнуть локоть вверх. И таким образом, сейчас меняемся ролями, партнер пытается меня скрывать. Да, его цель все-таки ограничена подвижность. Если я буду с ним бороться, да, ну, получится, что мы играем по правилам. То есть я должен отдать ему руку и совершенно делать свое. То есть как будто его нет. Совершенно спокойно и непринужденно. Очень легко. Ими. Да, мои руки остаются ему, но это ровным счетом ничего не меняет. Ему приходится, чтобы выровнять позицию, двигаться. И вот здесь, ну, мы условно можем поделить технику на три уровня. Да? Отсюда у меня есть возможность. И мы чаще всего делаем именно так, вести его вниз. Да? Но сегодня мы поделаем по-другому. То есть есть еще средний уровень. Вот, сегодня наше действие будет вверх. Поделаем вверх. Вверх. Очень похоже на то, что мы делали вчера. Мы выходим в верхнюю точку. Нашли движение вверх. Отсюда партнер делает первый шаг. Очень похоже на вчерашний. Ушли. Вверх. Поделаем сразу же вариант ура. Тот же вход. Мое движение вверх. Тоже, когда ты начинаешь, нет, локоть подставляет, ну, не хочешь вставать, а вот этот момент начинается вот возиться на эту руку. Когда ты через руку, ничего, что здесь поменялось, момент. Когда ты берешь, посмотри, вот потихонечку, медленно, ты берешь, вот когда в этот момент локоть пошел вверх, в этот момент я его отвожу немножко в сторону и вот тут привожу, то есть он приводится через тут. Такое получается, и у тебя получается такое движение. А на самом деле вот то, что ты делаешь, да, оно там присутствует. Внимание. Просто эти, ну, оно, ты когда делаешь, вот оно здесь, очень маленькое. А оно в этот момент, когда внутрь начинает крепиться, ты в этот момент видишь, как бикумени, вот эта встреча, вот этот встречный вход. Да, ну, тут то же самое, раз и сюда. Там какой бы крепкий ни был захват, это не все равно. Это немного сложный вопрос. Да.
Многим сложно выйти в эту позицию. Да, то есть получается где-то здесь. И таким образом у нас рука слаба. Да, мы должны выйти выше. Да, практически подойти вплотную. Партнер. Нам очень важно поднять его вверх. Да, сблизиться с ним. И здесь, как с любым мытьем, я могу делать три нога. Вверх. Работа ведется на нижнем уровне.
Thank you.
теперь то же самое действие от тратеры к той. Немножко сложнее. Посмотрю такое. Я ухожу. Шаг в сторону. Вот. Да. В сторону входа. Нам достаточно плотно здесь партнером находимся. Но он не в нашей линии. Когда мы выступаем в линии. Та же техника, да, которая. Мы выступаем в этом месте. Тоже на месте стоит. Руку вверх. О, еще шире, вообще хорошо. Еще шире. Куда уже? И понижается немножко, конечно, при двух ногах. Не бубни. Thank you.
Атаку на траекторию можно представить как попытку блокировать руку с ножом. Да? Да, в дальнейшем может быть еще что-то. Но да. Страшно. А рука заблокирована, да, я могу освободиться через низ. Мое движение круг через низ сейчас. Не разворачиваем бедра. За ним, вверх. Вниз, вверх. Вверх. Надо за ним, не надо разворачиваться. Вверх. Шире, спокойно, не кусай движение. Не кусай движение.
центр, шире вверх, вот туда. Сергей. Пока не... Маленький еще. Вот. Мне еще пока... Вот. Потому что такой не на кулак в сторону. Где? Где? Так, я представь, как я здесь. Здесь ножка, да? Как я здесь мил. Ну, блин, я не буду, я посмотрю. Теперь понятно, как? Вниз, нет. Обрываешь движение. Ты себе вот тут рвешь. Это удар ножом снизу в живот. Все. Сопровождение. Нет, нет, ты вниз его не пускаешь. Вниз, ты его вот отсюда делаешь. Вниз опустишь его. Вниз. Вверх. О. О, вот так. Все устали? Да. Поэтому особенно важно дышать ритм движения. Так, только вы дышите очень часто, а движение делаете медленно, у вас ничего не получается. Это касается не только культхода, а всех техник. Мы должны согласовать ритм дыхания и движения. Когда мы будем уставать меньше и делать быстрее, да? Ну, то есть как бы, согласуется наша динамика движения и дыхания. Это очень важно. Вдох. Мы не должны быть зависимы от его силы. Да? Если вас свалит, ничего страшного, это упражнение. Да, постарайтесь дышать свободно, как будто его нет. Вдох. Реваза электрический хол. Может, нет.